Привет! Это был длинный и сложный сезон. Жаль, что он закончился так рано. Этот сезон мы начинали под девизом «Расцветаем». Мы сдержали свое обещание. Да, вначале были трудности и очки, которые мы не набрали. Но позже команда окрепла. Мы привыкли друг к другу, сыгрались, начали вкладываться по максимуму. Но самое главное, у нас была поддержка. На трибунах были вы, наши болельщики. Вы в нас верили. И мы оправдывали ваше доверие. Мы расцвели. Была победная серия в 21 матч. Через финале Кубка ИКВ. У нас золотая медаль этого сезона. Хоть от нее не так радостно, но вы заслужили ее наравне с нами. Мы ценим ваши эмоции и поддержку. Теперь расцветайте и вы. Радуйтесь весне, занимайтесь собой. Please. Take care and stay healthy. Stay home. Не забывайте о спорте. Домашние тренировки помогут укрепить здоровье. Развивайтесь, чаще звоните близким людям и помогайте тем, кто в этом нуждается. Расцветайте, дарите свою любовь. Спасибо за сезон. До новых встреч в Центре волейбола.